Сегодня у нас очень интересная дискуссия, посвященная стратегии государства по развитию кадров отрасли информационной безопасности. И, конечно говоря, сегодня об информационной инфраструктуре мы должны понимать, что внимание государства просто фантастическое к этой отрасли. Задача данной конференции – это обмен опытом между бизнесом и образованием. О том, что мы готовы развернуться друг к другу лицом и решать те задачи, которые возникают у бизнеса в плане подготовки квалифицированных специалистов в области информационной безопасности в нашей стране. С нашей точки зрения, это подтверждают вот уже сегодня проведенные круглые столы, ответы точки зрения экспертов, это проблема качества подготовки преподавательского состава. Нужен постоянно действующий преподавательский состав, обладающий уровнем компетенций, не хуже уровня компетенций тех специалистов, которые сейчас трудятся в промышленности. Основная задача данной конференции – это наладить диалог, взаимодействие между представителями образования, государственными органами, и представителями информационной безопасности. Нас очень обрадовало и радует всегда, что про проблему подготовки кадров, про дефицит кадров уже начинают говорить с площадок отраслевых министерств, ведомств, регуляторов. Это очень важно. Нам надо повысить амбициозность задач наших научных коллективов, потому что они вдохновляют и они консолидируют. Поэтому мы работаем со школьниками и студентами, используя ту метафору, которая заложена в стратегию научно-технологического развития Российской Федерации.